Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 687. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, попроще Нефрит. Ну и мы сегодня продолжаем прохождение Горького 17. Не забываем, кстати, ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. И вступайте в две наши группы. Наши 90-е и ПК-59, который у меня есть в шляпе канала. Ну а мы, наверное, продолжим. Так, здесь, наверное, значит мы. Так. Мы все тут сделали, да? Получается. Кроме того места, куда мы не пойдем. Я хочу, чтобы вот эта штука выжила. Я никогда не делал, чтобы эта штука у меня выживала. Ну, не получалось так. Теперь мы как видим, если мы туда не пошли, эта штука у нас остается. Орлов или как его там? Медуза наша. Так, что-то я заблудился. А, не туда пошел. Пардонте. Девушки любят меня не от того, что я супергерой. Девушкам нужен компот и доброта, да, девушка? Девушки, глазки горят. Говорят, что-то я запутался. Песня над миром летит. Феличита. А почему меня не выпускает? А вот. Почему меня не выпускает? Феличита это. Ноги в полете, безумие плоти. Песня вспомнилась у Бахыт Компота Феличита. Вот мы ставим красный ключ. Блин, ну конечно, как без махача. Это какой-то босс. Да, я знаю, ребят, из плохих вот этих стал. На перемене объектов сфальзовано инструкцję. Rozpoczynam procedurę wykonania тут еще и эти. Коврига, нейтрализуй его. Я бы очень хотел вывести вас отсюда живыми. Ну, наконец-то, приказ, который мне нравится. Рючка. А где босс-то? А, вот эти вот какие-то две хрени, люси какие-то. Так, ладно. Пойдем первую люську бить. Ну, мы ее сейчас напалму. Ага, средняя броня еще у этой люськи-то. Да, до этого мы не дострелим, это точно. Да, это вот штука непонятная. Тяжелая, блин. Нихуя себе крестоносец, блядь. Так.
Ошиблюся, я ебануся. Ты еще лучше. Сейчас чувствую, что это будет больно. Он что, шмаляет или что он делает? О, блядь! Сука, он глушит. Так шмаляет. Я еще по своей попаду, ведь, блядь. Сука. Гори, сучар. Так, сидит трындец. Надо ее заманивать обратно в огонь. Рыба нас не может сходить. Сейчас бить, походу, дело будет. Ух ты ж, блядь. Это мы хорошо в огонь заманили. Что, выживет? Ладно, подходим сюда. Ты пока себя подлечи. Не дойдем. Сука. Что с спины сейчас рубанет? Ебучая люська. Блять, у Селиванова вообще все печаль. Надо ему хоть хпшиться смачно. Самому придется. Коврига, ты собираешься вообще из этого выходить? Из оглушения этого? Что, на него оглушение, сука, не действует, да? Зашибись. Надо быстро вырубать сейчас. Куда? Куда ты побежала, дура?
Я Юку хотел прислать. Чем мы пихнем? Блять, живучий ты, падла. Сейчас опять ковригу оглушит, сука. Ковригу, короче, мне игры будет сейчас. Так, здесь давай сюда окружаем. Он не смог убежать никуда. Дыги не достает. Хорошо, поджигаемся. Ну, горит зато. Хорошо горит. Блять, он заебал бить ковригу. Наблюдовал его и все. Да вообще. Сюда вот что идем, чтобы он никуда не убежал. Коврига в ярости, но он оглушен, блядь. Следующий ход мы его убьем. Че, он решил девку теперь? Столько врига наконец-то ужил. Давай-ка выбей ему битый. Юг ему пикни. Чё выжил один хелс? Ах, ты же умер. Захуяли. Так. Срочно лечи наших ребят. Ah.
Так, давайте-ка сохранимся. Не буду спойлерить, но придется мне кое-что сделать. Девки убрать. Сейчас будет, по-моему, печаль беда. Ну вот, здесь мне явно спокойней. Это ты правильно, Коля. Как будто у нас и так мало было проблем. Надо, наконец, освободиться от иллюзий по поводу этого города. Интересно, что все-таки знали об этой зоне наши военные? Джан, что случилось? Я не знаю. О, боже, мне больно. Что? Оно меня укусило. Я уверена, оно меня укусило. А, вот дрянь. Джан-Карло и Джеймс. Вы же их видели. Теперь то же самое произойдет и со мной? Джан, успокойся. Мы не знаем, от чего погибли Джеймс и Джан-Карло. Совершенно не обязательно, что их смерть хоть как-то связана с отравлением. И правда, Николай. Это ведь могло быть что угодно. Может быть, газ или что-нибудь подобное. Да, мне и вправду уже стало лучше. Ну как ты, Селиванов? Делали. Ну, толку. Черт меня дери.
Джоан? Я же сказала, что меня можно было бы и не охранять. Они пришли из ниоткуда. Как та тварь, что убила Тротти и других. Успокойся, Джоан. Сейчас мы тебе поможем. Только постарайся успокоиться. Пожалуйста, оставь меня здесь и найди себе безопасное место. Эти ужасные твари скоро снова сюда вернутся. Джоан! Джоан! Я хотела... Мы могли бы спасти ребенка. Она мертва. Время смерти 14:42. Это конец. Да, вот и все, ребят. Мы потеряли нашу Джоан. Что делать? Что, более утоляющий ничего? Не добавляет хп, что ли? Что 10 хп? Странно, утоляющий. Затем тоже заберем туда вещи. С Джоаном сейчас будет уже чутка сложнее. Лечилки уже той хорошей нашей не будет. И никак не изменит, даже если бы я противоядие дал бы. Это никак бы не повлияло бы на ход игры. Хотя бы у нас медуза осталась, то бы так бы еще бы ее просрали бы, было бы еще тяжелее играть. Тоже замарало. Можем зайти. Магазинчик откроем. Обязательно. Маяк этот. Хорошая вещь. Ох, ты ж броник. Какой-то классный. А вот маяк этот. Приманка для монстров. Почти как маяк, но
Манок на уток. Будем на него привлекать монстров. Будет проще. Азотная пушка. Жидким азотом мгновенно замораживает противника. О, вот и у Селиванова будет оглушалка. Хотя и так у него оглушалка есть. Так, хорошо. Это все, конечно, отлично. Где же броник-то? Ты же броник поднял. Вот он, броник. Вам отдадим Хахте. Отдадим Селивановой. Броня 7. А вот такого 5. А обычно 3, да? Все ясно. Теперь вообще никуда не одеть. Не лечила тебе не дать. Да. Что здесь больше интересного нету? Вспомнил местечко, надо попасть туда. Все затарены по полной. Так, схватьте. Как раз юзаем топорик на них. Вот энергоружье теперь у Хахти есть, ионная винтовка. Вот это мощь так мощь. Сейчас Хахти будет у меня прям охренахти херачить всех. Разве эта женщина? Абсолютно исключено. Они ведь давно ее сажали. Микола, а ведь это и правда женщина. Женщина, говоришь? Ну, давай послушаем, что она нам сама скажет. А, только здесь не сохранится. В бою-то. Так, по-шустрому вот так лупануть. Бластером. Давайте вот так. Давай-ка попробуем испытать нашу пушечку. Ох ты ж, сука, вот еще электрозащита. Что ж ты ж, блядь, за такое? За существо-то, блядь. Топотуна, давай, блядь. Блин, надо шустрого сейчас нахрен хернуть, чтобы он не шустрил этот. Что он ракетами, это как ебанят нахер. Да, на хачи, хач,
Хачин. Короче, какой-то хачкана. А что, Селиванова-то сразу же? Что, он в тебя стрелял? О, правильно, а ну не бей. Сука, нам сейчас достанется. Тянемся до него. Вот этим ты. Нет, блин. Беда. Ну, если сюда-то положим его. Точно. Приманку-то он делает. Друга, пока отойди. Еще этих двух поджечь. Он же есть на палке. Порох-то порохозница есть. А, этот-то не поджигается, точно. Хоть одного-то потуна пригрохаем. Чем бы тебя уебать-то посильнее? Сильнее не получится. Давайте так проверим, пойдут они на эту приманку или нет. Так, с этой вход. Отлично. О! Супер. Как ты, у тебя тоже отдышал? Теперь у нас у всех есть глушилка. Ну, Селиванов. Тюхнем. Прямо вообще все пока отлично. Один ХП у меня остался. Так. Ты пока можешь сюда возвращаться.
кого-то не попадешь. Найду, скорее этого дольет сейчас. Шуха. Отлично. Этот пошел на приманку. Говори, выйди. Добей этого падла. Ахти, огонь по периметру. Так, никого нету, никого нету. Сейчас мы. Не знаю, что там бластерные пушки. Ладно, думал, что бабули на его попадал. Один хп остался, блин. Света, дотянешься? Давай, Леона, добей его. Один как раз. Есть. А приманка хорошая штука. Наконец-то, капитан! Вы мое спасение! Боже мой, эти скоты меня преследуют уже несколько суток! Интересно, тогда что же вы здесь делаете, мисс? Ну что за приветствие? А еще говорят, русский гостеприимный народ. А ладно, я ведь и вправду могла бы быть одним из этих вонючих монстров. Меня зовут Анна Хатчинс. Я корреспондентка Варшавского комсомольца в Восточной Европе. Образ жизни будущего для людей, живущих сегодня. Не слыхали о таком, нет? А почему я здесь нахожусь, вам должно быть уже ясно. Всегда в поиске сенсаций для шефа и славы для себя любимой. Поверьте, такую историю я ждала несколько лет. Действительно, очень интересно, мисс Хатчинс. Я думаю, что вы еще успеете нам об этом рассказать как-нибудь, в другой раз. Однако, не будете ли вы так добры объяснить, откуда вы вообще узнали про этот город? Помилуйте, капитан. Ведь у нас у всех есть свои маленькие хитрости, правда? Но так и быть, я выдам вам свою тайну. Совсем недавно я получила письмо, которое на первый взгляд выглядело довольно истерическим. Оно было подписано неким Грачевым. Эта фамилия мне тоже ничего не говорит, но то, что он рассказывал, было похоже на историю для первой полосы комсомольца. Знаете, такие журналисты, как я, часто получают письма от разного рода чокнутых пенсионеров, которые утверждают, будто в их подвале бродит призрак Берии. Однако это письмо меня и вправду убедило. Только подумайте, военный заговор, трансмутации, ужасные медицинские эксперименты. Поймите, с такой историей я просто не могла сидеть сложа руки. Послушайте, я ведь до сих пор не имею никакого понятия о том, что же здесь произошло. Но это явно должно быть чем-то ужасным. Вы сказали, письмо было подписано Грачевым. Василием Грачевым. Но командир... Тарас, а ну-ка замолчи. О, так вы, похоже, знаете об этом больше меня? Мне очень жаль, мисс, но мы не можем предоставить вам больше никакой информации. Хотя, погодите, одно я вам могу точно сказать. Заговор или не заговор, а убраться отсюда мы точно должны, как можно быстрее. Но я надеюсь, вы меня не оставите здесь, в этой помойке, одну? Так точно, мисс. Поверьте, ничего другого нам не остается. Да, не вешайте нос. С Селивановым-то точно не пропадешь. А если с ним и пропадешь, то тут уж ничего не попишешь. Финита ля комедия, как говорят у вас в Европе. Ну вот, у нас появилась новая девушка. Ее возможности какие? Давайте посмотрим. Никаких, блин. Она хорошо быстрее там владеет. Ну, дадим ей ствол тоже. Тогда. Был бы у нас лишний ствол. Че говори, у тебя все равно ствол уже не нужен так. Дадим бабенке его. Только бригай. Хахти.
Пускай у них хоть будет пистолет. Так, стрелок, наверное, надо дать. Ну и броник дадим. Хоть как-то ее экипируем. Тогда и приманку дадим. Где приманка-то? Приманку не вижу. Шпионов чё? А чё, один раз только можно было использовать? А нет, вот она. Я пересрался. Так, давай, тогда ты ее будешь носить приманку. Еще. Это будет очень хорошо. Чтоб Селиванову. Бутылки тебе все отдадим нахрен. Может, бутылками закидывать всех. Первое необходимость, чем ей бить-то, если ближний бой. Может, ничего нету ближнего боя. Вот. Фу-ху-ху-ху-ху. С фонки никакой нету, да? Так, у Селиванова одна фонка. Ладно. Тогда мы тебе ножичек еще отдадим. Все. Ну вот, хоть как-то ее экипировали. У нас опять 5 человек. Ну и, ребят, всем спасибо за просмотр, вы были на канале NefRight1987, с вами был Неф, не забываем ставить любо, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться, ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данному видео. И подписывайтесь на нашу группу «Наши 90-е» и ПК-59. Ну и всем до новых встреч, пока-пока, let's rock!